Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И у нас ивент. Так, защитить, значит, кукурузу. Плюс нашего защитника. К тому же еще здесь растения, да? Вот эти вот лепесточки, которые тоже нам нужно защитить. Давай начнем. Так, я смотрю, у меня под удобрением, да? Боулинг луковицы. Так, секунду. Не надо вот так вот делать. Давай бомбить. Замечательно. Так, куда бы сюда, может, поставить? Пускай здесь стоит, да? Блин, пираты. Пираты Карибского моря появились. Так, давай-ка их тоже бомбить. Блин, смотри, летит. Сейчас будет похищать. Ага, не тут-то было. Хитрец какой, нашелся мне тоже. Срочно надо всех здесь подбить. Ну, наша главная цель, ребята, чтобы не уничтожили защитника, да, и вот эту вот кукурузу. Стопы, куда это вы тут полетели, паршивцы? Быстро назад к ногтю. Так, пушку мы там уничтожили внизу. Слушай, у меня уже целая куча удобрений, может быть, нам вот так сделать? Угу, неплохо. Давай, наверное, сюда поставим с тобой боулинг-луковицу. И вот сюда. Вот эти пушки нужно срочно подбивать. Они мелких этих бросают своих, которые будут нам мешать с тобой. Давай сюда. Луковица, давай, бомби, пожалуйста, как можно быстрее. Ну вот, совсем другой разговор. Так, здесь теперь паршивцы, а? Летят, у меня еще есть одна луковица. Точнее, удобрение. Ну что, друзья, я думаю, что мы прошли довольно легкий ивент. Я хочу его, наверное, повторить. Сейчас заодно посмотрим, что нам здесь выпадет. Угу. Сладкий перчик. Оу, жвачка. Слушай, 1000 голды. А нам сколько не хватает, чтобы я мог прокачать жвачку? Я помню, что не очень много. По-моему, даже 10 штук всего лишь. Это можно, кстати, посмотреть, ну, потом. Давай-ка мы еще разок сыграем. Ну что же, я готов. Зомби, судя по всему, тоже. В общем, самая главная здесь проблема — это пушкари. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Все, луковицы у меня уже без ульты будут здесь бомбить. Так что напрягаемся очень сильно. Ну вот куда ты летишь, а? Куда ты летишь, я тебя спрашиваю. Давай вот так сделаем. Слушай, я вот так понимаю, если они переходят вот эту, ребята, границу, да, которая состоит из маленьких цветочков, то их тут сразу целая армия начинает на меня наседать. Я могу это так объяснить. Слушай, ну вот куда ты летишь? Не успел, да? Или успел? Не вижу. Так, мы откидываем, конечно, всех. И попугаев, и так далее. Но он, смотри, не успел. Я уже думал, сейчас луковицу стырит. Но не тут-то было. Так, мы с тобой вот эту пушку вообще будем подбивать сегодня или нет? Давай бомбить. Вау, шикарно. Еще удобряшечка. Значит, еще зарядим. Пока она там оглушенная, нужно ее подбить. Давай, луковица, строчи как никогда. Как в последний раз. Сюда боулинг. Подожди. Ну вот куда этот мелкий идет? Ну скажи мне, пожалуйста, а? Вот куда вот он идет? А, все, мы его подбили. Поехали. Ну, раз, два. И по пушке, пожалуйста, вот по этой. Звезданите хорошенько. Никто вообще даже ничего не стал делать. Элементарно не долетели, да, эти ядра. Давай тогда сюда поставим. И, слушай, а это, по-моему, у нас последний. Да, друзья мои, это последний у нас вражина. Так скажем. Ты посмотри, как они тут лопают, а? С таким аппетитом еще. Ну-ка. Надо, чтобы она... А, так там еще и несколько этих пушек, оказывается. У-у-у. Все, подбили. Ну что же, этих уничтожили. Все, друзья, мы прошли с вами этот уровень. Этот ивент нам, как говорится, был по силам. Ну что же нам здесь выпадет? Ага, примитивный орех. Ага, пайпер-пульт. Ну и деньги, 1000 голды. В общем, ивент прошли, поэтому давай, наверное, сходим с тобой теперь на арену. А может быть, есть какие-то ежедневки? Сейчас мы с тобой все это дело глянем. Денег, конечно, маловато, да? Всего 2000 голды.
ни туда и ни сюда особо не разгуляешься. Ну-ка, давай сходим, наверное, еще на огородик, просто глянем. Я же вроде как посадил какие-то там виды растений. Угу. Чертополох забираю и близнецов тоже забираем. А здесь у нас с тобой боулинг. И все, да? И все. Ладушки. Ну, что у нас там творится на арене? Давай-ка посмотрим. Или все-таки пойдем в Пенни Пурсуит? А Пенни Пурсуит у нас... Ага, мы же не могли с тобой пройти, да? По-моему, первый уровень. У меня никак не получалось. Может быть, сейчас это сделать? Я хотел, вот видишь, вот это вот заработать. Ладно, давай начнем с легкого. Самого-самого легкого уровня. Если мы пройдем, нам откроется второй этап. Может быть, на втором этапе сможем вторую сложность пройти. Так, что у нас тут? Не дай уничтожить вот эти вот цветочки. Я вот не знаю, что тут нам брать, а? Гравитацию? Нет, лучше я возьму мину. Поехали. Ой, блин, вспомнил я. Твою ж налево. Ну и вот... Как мы сейчас будем с тобой здесь драться? Мы проиграли в тот раз, потому что постоянно вот эти вот летающие зомби появлялись. И я с ними ничего не смог сделать. Сейчас у нас есть хотя бы немножко голды. Может быть, это нам как-то поможет. А будем с тобой использовать наши суперудары. Так, секунду, секунду, секунду. Давай, давай, солнечной энергии нам нужно очень много. Так, мина, да, появилась. Мина — это хорошо. Вот то, что вот он выставляет вот эти вот щиты, это, конечно, бесяво. Бам! Минус один, да, как говорится. Ну? Вырубаем это все, вырубаем, я тебе еще раз говорю. Так, пока они там в отключке. Да что ж так долго-то? Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Ой, я не то немножко сделал, друзья мои. Нафиг я сделал вот это вот, а? Объясни мне. Слушай, ну они здесь вроде бы немножко полегче. Первый уровень, как говорится, сложности. Мы должны их тут разобрать. Ну вот этот какой настойчивый, ты посмотри на него, а. Идет и идет. Ну-ка, если я здесь бомбану. Не хочет, ребята, погибать. Так, здесь можно, наверное, вот так вот вырубить их всех. Да чтоб тебя. Блин, у меня опять, ребята, проблема именно с солнечной энергией. Нету ничего такого, чтобы можно было бы применить массово. Да, ничего такого нету. Ну-ка, вжарим. А здесь попробуем отключить это все. Ну откуда ты идешь? Вот, вот они, ребята, летающие гаденыши. Вот здесь я тогда из-за них и проигрывал. Ну что ты мне прикажешь сейчас сделать? Я не знаю. Один вариант, только сдувать их. Поэтому давай их сдувать. Как-то так. Ну и что это мне дало? Давай эти машины гасить. В конце концов. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, подбили. А тут сможем, интересно, их подбить? Сейчас проверим. Ну, в любом случае, ребята, это последняя волна. Эти зомби не пролетят, а если пролетят... То у нас еще все газонокосилки, как говорится, на месте. Все целые. Гомонисты, а. Да, одну использовали. Ну и, как ты видишь, зомби-машина у нас оглушена. Плюс я могу еще раз ее оглушить, если понадобится. Ну-ка, сделаем. И еще у нас здесь стоит один лазербин. Ладно, первую сложность мы с тобой осилили. Получили с тобой 600 голды. Но самое главное, что мы перешли с тобой дальше. На второй этап. И сейчас будем смотреть, что у нас там. Квест комплит. Это радует. Так, а что у нас тут разыгрывается? Ну, явно я этот уровень сложности не пройду, поэтому придется идти опять
на первый этап. Кстати, кто-то там смеялся. Фу, Рейни может пройти третий уровень сложности. Не могу, потому что у меня слабые растения. Это раз. А во-вторых, не хватает денег. Я даже не могу себе позволить взять перки все. Нет, я могу, в принципе, позволить, но я потрачу гемы. Йоу, парасеты. Но здесь хотя бы дали мне вот выбор. Спасибо хоть на этом. Значит, возьмем с тобой фасолинку. Возьму, наверное, чертополох сюда. Мину. Мину. Так, ну здесь у нас офисные зомби. С ними, как говорится, особо не пошуткуешь, верно? Ну, давай вот это возьмем и... Так, я не могу брать подсолнухи. Секунду, секунду. Действительно, я не могу их брать. Значит, я буду ограничен по солнечной энергии, верно? Скорее всего. Тогда берем вишневую бомбу. Где она? Вот она. И последний, кто мне понадобится, это, наверное, бумеранг. Все. Друзья мои, не знаю, что получится. Мне вот нужно здесь, как говорится, сохранить жизнь. Ага, вот этому растению. Тут еще и могилка перед ним стоит. Зашибись. Ну что, давай, наверное, сделаем вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Началось, да? Так, солнечная энергия выпадает. Это уже, как говорится, не может не радовать. Так, офисные зомби. Отбиваемся, друзья мои, как только можем. Давай вот эти вот все растения, ядовитые и прочее, будем выставлять. Ну, естественно, по возможности сразу же чертополох. А что он, интересно, делает? Куда это он исчез? Эй, эй, растение. Дорогуша, вернись. Бумс. Взрывы, везде взрывы. И это правильно, так и должно быть. Дай-ка сюда вишневую бомбу поставлю. Никому, эй! Так, погоди секунду. Они уничтожили. Они уничтожили мое растение. А как они так сделали, эй? Ну самое главное, что все-таки мы с тобой не проиграли. У нас продолжается битва, но ты сам видишь, какая. Тут просто со всех ног идут целые толпы зомбарей. Так, мы попробуем, наверное, вот таким вот образом с тобой сделать. Еще поставим один чертополох. Взрывы, что тут только не происходит. Кто там орет? Гундит, гунька какая-то, что ли. Слушай, ну мне кажется, мы с тобой пройдем. Нам нужно еще продержаться минутку, буквально. Минуточку одну. Блин, эти могилы, которые появляются, они очень меня раздражают здесь. Давай чертополох. Сюда вишню. Бумс. Замечательно. Ну, конечно же, нашу фасолинку в обязательном порядке. И дальше продолжаем с тобой чертополохов улучшать. Так, вот куда вот он прет? Ага, не дошел. Замечательно все. Так, бумеранг, давай мы тебя сюда поставим. 25 секунд осталось продержаться, и победа будет за нами. Так, здесь нужно быстренько улучшить. Слушай, ну мне нравится этот ивент. Или как-то, я не знаю, ивент. Ну, короче, Пенни пурсует вот именно вот этот уровень. Довольно прикольный. Но, опять же, я здесь выигрываю только благодаря тому, что у меня вот, например, чертополох вечно под удобрением, да? То есть я могу его поставить, он сразу начинает бомбить. Ну что же, 800 монет золотых я заработал. И мы с тобой двигаемся дальше. Я хочу заработать себе на этот, на растение жвачку, если честно. Может быть, здесь как-нибудь? Смотри. 4 уровня. Слушай, ну это, в принципе, под силу мне. И я хотел глянуть, сколько же мне вообще нужно жвачки, чтобы ее открыть. Друзья мои, всего лишь 10. Блин, 10, но это не так много. Давай попробуем сейчас с тобой в Пенни пройти вот этот... Куда вы меня выбросили опять? Так, дайте-ка мне гемчики, пожалуйста. А потом пойдем на арену, да? Ивент есть какой-нибудь?
есть вот этот самый большой, но я не буду драться, ребята. Здесь всего лишь 100 гемов дают. Ну что, попробуем сразиться за 5 карточек на жвачку, да? Гомнут или как его, гумнут. Не имеет значения. Опа. Что там? Что-то связано опять с солнышком, да? Ё-моё. Трындец, там маг. Там зомби, которые... Так, слушай, ну нам, в принципе, тоже не слабенько тут подкинули. Бонг-чой, бонг-чой, давай сюда поставим. А почему я не могу Подожди, а почему я не могу взять себе... Вот, могу. Давай вот здесь вот, пускай бомбят. С этими панками, я надеюсь, да, бонг-чой справляется. Вот так вот мы их с собой поставим везде по периметру. А вот этих магов, ребята, лучше сразу же, как говорится... Лучше станить. Сразу же. Давайте, давайте, давайте энергию мне солнечную. Как можно больше. Ну вот, вот и началось, да? Что бы нам с тобой сделать? Давай вот так, наверное. Ну? Да ладно, он не попал. Ты представляешь, он не попал? В радиус моего, как говорится, удара. Опа, опа, ты смотри, что... Ты смотри, как они тут жестко разбираются. Так правильно, одни маги идут на меня. Одни, друзья мои, маги. Так, что я могу себе позволить? Вот таким вот образом их сдуть с экрана, да? Хотя бы, хоть как-то на время от них избавиться. И нужно их обязательно станить. Когда они в стане находятся, они ничего не могут сделать, ребят. Черника, ну что ж ты так слабенько-то побомбила, а? Давай, бонг-чой, наяривай. Эй-эй-эй-эй-эй, не подходи сюда, панкуша, мелкий. Зомби-панк. Так, вот сейчас замечательно там бумкнуло. Судя по всему, они напоролись на мою мину, верно? Верно. Кто там еще бубнит что-то? Кто там еще бубнит мне, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как быть-то? Блин. Бунг-чой бы сюда вот поставить. Вот смотри, что я хочу сделать. Вот так. Блин. Как так-то? Оу, друзья мои. Не могу я этого позволить, понимаешь? Не могу. Не имею права. Неужели прошел? Прошел или нет? Да, друзья мои. Заработал себе 5 живастиков, так скажем. Фу, 5 живастиков. Это значит, что мы с тобой продвигаемся дальше. У меня энергии там хватает? Так, где у меня там? А, все, не хватает. А здесь? Блин, а здесь ничего хорошего, да? Что-то как-то грустненько. Но тут 7 уровня. Тут очень мало, ребята, у нас вообще уровней, если честно. Так, плей. За 30 гемов, давайте, ребята, я возьму. Я соглашусь. Я хочу пройти 7 уровень. Слушай, ну, сложновато, наверное, будет. Верно? Давай попробуем, хотя бы глянем. 7 уровня зомби, блин. Я на 5 уровне, по-моему, сдувался. О, ладно, проверим. Так, возьмем, наверное, вот 2 уровня у нас с тобой мина. Оу, серфинг. Летающие зомби. Короче, друзья мои, давайте вот так вот брать. Раз летающие зомби, нам нужен будет здесь клевер. И растение желательно брать, которое будет бомбить ультой. Вот этот, например, зомби нам понадобится. Дейзи. А, все, я не могу больше ничего взять, да? Так, смотрим. Ну, в принципе, можно справиться. Давай рискнем. Давай-ка мы с тобой рискнем. Естественно, вначале выставляем примитивного нашего подсолнушка, или как его там величать. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот этого я что-то не предусмотрел.
Вот этого я не предусмотрел, что здесь будут зомби с этими петухами. Но если мы вот так с тобой сделаем... Да куда же вы все? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да, друзья мои. Сфейлился, причем сразу. Из-за вот этих вот куриц. Так, секунду, что мы тогда можем с тобой сделать? Ну, шипы, шипастую лужайку взять. Можем же? Можем. Так, хорошо, давай переиграем. Шипастую лужайку. Так, энергия пока есть. Блин, а теперь у меня нет растений, да, которые могут... Которые могут у нас с тобой быть под удобрением сразу же. Вот это я лопухнулся. Короче, возьмем с тобой камыш. Сделаем так. Я не знаю, нужна ли мне вот эта вот солнечная фасоль. Ой, не знаю, давай так сделаем. И... Блин, как же плохо. Вот с этим бы мы с тобой бы разобрались, если бы он у нас был бы. А так, дудки. Ну и что мне теперь прикажешь делать? Кого брать? Гриб? Лава-гуава? Все не то. Орех? Орех. Вишню? Так и что получается? Как я вообще здесь тогда буду обороняться? У меня ничего такого нету, да? Серьезного. Жестко, конечно, жестко. И денег у меня всего 810 монет. Ха! Вот это мы попали. Попали по полной программе. Давай возьму Дейзи, наверное. В общем, ребят, давайте смотреть, что у нас здесь будет происходить. Блин, а вот если нету мины... Значит, вот этот будет тут ходить в наглую, да? И делать все, что... Нет, мина есть. Ладно, попробуем. Попробуем. Но сначала, как ты понимаешь, нам нужен будет камыш. И, конечно же, куча энергии. Так, теперь пошли, ребята, серферы, да? Давай энергию срочно мне. Выставляем сюда. Так, мину пока сюда поставим. Она созреет к его подходу. Так, там еще у нас одна минка появилась. Так, нужно очень много энергии солнечной, да? И плюс камыши, камыши. Один здесь. Один, блин, летающие ползут. Ладно, пока еще потерпим. Ну где, где солнечная энергия? Эй! Блин, горелый. Так, сдуваем этого зомби. Делаем с собой так. Ага, идут, идут. Архаровцы уже. Опачки. Вот этого, ребята, нам нужно. А как ты его теперь подобьешь? Вот объясни мне. Слушай, подожди, по-моему, в тот раз были совсем другие зомбари, да? Сейчас почему-то. Блин, давай, я не знаю, как мы тут с тобой сделаем. Так, если попробовать только. Ё-парасоте, ну ты посмотри, тут целая армада уже идет. Ну и как вот здесь вот прикажешь мне справляться с ними? Вот как? У меня даже денег не хватит, чтобы я смог тут что-то использовать. Да, по ходу дела фейл. Ничего не получится, ребята, они пройдут. Да. Печалька. Хотел как лучше. Вот этот пройдет сейчас. Да и курицы пробежали. Нет. Здесь у меня ничего не получается. Ладно. А я так думал, что мы с тобой заработаем. Ага, заработали. Как же, аж 20 раз. Значит, жвачка нам пока недоступна. Ну что, может, сходим на ареночку, а? На арену хочешь посмотреть? Я вот лично хочу. У нас там, по-моему, осталось 2 дня, если я не ошибаюсь. Да, пуфбал я, по ходу дела, не получу, но я могу успеть получить 50 карточек на него. Для этого нужно... 28 корон. Так, у меня есть 4 перчатки. Ну что, поехали. И на каком я там месте нахожусь? Фиг его знает. Играем против Чамбо. Ладно,
Будь по-вашему, чамба так чамба. Так, будем, наверное, брать с собой старую. Ну, что там? 3 часа ждать. А, тут же еще Босяра у нас. У нас еще с тобой здесь босс. Так, ну что, возьмем мину. Подсолнухи здесь, по-моему, нам не нужны. Так что на них особо здесь рассчитывать не будем. Кого же нам с тобой тут взять? В принципе, можно боулинг, наверное, еще, да? И вишневую бомбу. А старая какая у нас была команда? Ага. А зачем мне здесь кливер, если здесь нет летающих? Подожди-ка, эта команда вообще с другой этой, как говорится, с предыдущего боя осталась команда-то. Мне так не нужно. Мне такого не нужно. Давай возьмем, значит, раз, два. Возьму, наверное, Дейзи сюда. Возьму Дейзи. Так, вишневую бомбу. Так, и, наверное, надо будет брать защитников сюда. Скорее всего, да? Где мои защитники? Нет, или боулинг все-таки возьмем. Давай боулинг, пускай будет. Ну что, поехали, друзья, будем пробовать. Будем с вами пробовать. Так, сюда, сюда. Сюда поставим. Так, Дейзи, пускай стоят. Так, ну а здесь, конечно же, у нас все будет заложено минами. Ну что, в принципе, я готов. Поехали. Босяра, зомбобосс прибыл. Нам с тобой главное, друзья мои, использовать ульту, да, удобряшки. Именно вот сюда. Чтобы сразу активировались все растения. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет происходить. Пафбал можно поставить, ну-ка. Понятно. Что он там сделал? Ракета бомбит, да, свои? Ладно, пускай бомбит. Дейзи, не трогай. Бью, конечно. Будет он меня слушать, кого там трогать, кого не трогать. Так, удобрение прибыло. Слушай, а мы можем станить, по ходу дела, да, через Дейзи, даже босса. Ну, это и хорошо, на самом деле. Куда, куда бежите? Аглоеды несчастные. Так, сколько у него, ребята? 4, да? 4 хп. 2 минуты у нас с тобой еще впереди. Ну-ка, давай так вот сделаем. Активировалось все, да? Активировалось по черночку. Ты это сам видишь. Еще одна удобряшка. Так, уже 5-й уровень, да? Поехали, продолжаем, ребята, бомбить. Без остановок. Пафбал, где он тут? Куда его? Его даже поставить некуда. Все забито, абсолютно все, ребят. Ну, давай этого голодранца валим. Ни одной удобряшки нет. Ничего вообще у меня нет, ребята. Опа, опа. Летят летуны. Это мы как-нибудь уже с тобой переживем. Смотри, 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 разогнался куда. Ё-моё, а что так жестко-то все? Жестко и быстро, главное, они начинают действовать. Сколько там у босса 6 уровень? А нам нужен какой? Нам нужен 10. А что такая глобальная зачистка-то произошла здесь у нас, я смотрю, а? Смотри, все, все буквально здесь зачищено. Дейзи нету. Они должны быть. Они обязаны тут, ребята, присутствовать. Смотри, смотри, летят как сумасшедшие, а? Что-то мне не хватает энергии солнечной, да? Вот что я тебе могу сказать, не хватает. Какой, ребят, 6 уровень? Это мало. 6 уровень, это очень мало. Никак я не могу пробить босса. И причем еще наш оппонент, ребята, наступает мне на пятки. Он уже переплюнул меня. И это 38 секунд, да, до финала. Здоровски. Просто великолепно. Ну,
Да что там? Ничего не получается, ребят. Абсолютно ничего не получается. И я, по ходу дела, проиграл здесь. Я здесь, по ходу дела, проиграл. Да, грустненько. Хоть они там все застряли в стане. А что творит, а? Ну, босяра. Нет, 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 нет. Не вариант, друзья мои. Хотел, но не получилось. И это жаль. Жаль, конечно, да? Ну, что там? Да ладно, я выиграл, что ли? Точно, друзья мои, я вырвал победу. Ну, ты посмотри, как можно с такими бизонами драться. 5-го уровня, 4-го уровня. Я офигею, и я со своим тут примитивом пришел. Но самое главное, друзья, все-таки, что я победил. Я победил, я получил 5 корон, а нужно сколько их? 20, да? Получить, чтобы 50 карточек на пафбала, на дождевик получить. Ну что, тогда с удовольствием пойдем дальше. А какое место у меня? 7-е. Слушай, мы можем с тобой вырваться где-нибудь на 5-е. 5-4-е место. Как думаешь, менять команду или нет? Я вот не знаю, почему-то он там... Слушай, Кливер можно было бы взять, наверное, да? Потому что ты видел, очень много летающих зомбарей появляется. И без Кливера здесь на самом деле очень... тяжко. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем старую команду, но кое-что поменяем здесь. Я, наверное, уберу боулинг и вместо него поставлю кливер. Вот таким вот образом. Поехали. Так, ну, сюда в первую очередь будем выставлять Дейзи. И остальное уже, в принципе, можно минами все заклепать. Хотя, как минами? Можно... вот так вот еще сделать. Через один. Так, Дейзи. И опять мины пошли. Так, ну что, ребята, готов я. Поехали. Конечно, этому зомби лучше наносить урон хороший. А вот это вот лазербин очень классно делает. Пробивные такие, да? Через всю толпучку. Вот он классно бомбит на самом деле. Так, что тут, летающих повызывал, да? Сдуваем их отсюда. Сразу же, безоговорочно просто. Чё там? Зомбобосс сразу немножко припух, да, я смотрю. Ну смотри, что он делает, видишь? Сразу уничтожает ракетами. Без разговоров начинает бомбить. Опять летающий, да? Так, иди прочь отсюда. Блин, он опять за свое. Смотри, что делает. Ракетами подбивает и все. А если я вот так сделаю? Не успел он, по-моему, да? Слушай, он не станется. Он просто замедляется чуть-чуть. Но в стан он не впадает. Так, опять летающий. Срочно, срочно энергию. Клевер, давай. Тиш, сдули их. К ядрене фени. Так, этих взорвем, я думаю, да? С тобой. Да, эти взорвали. Так, вот этот вот меня немножко нервирует. Немножко это я еще мягко сказал. Он меня очень сильно нервирует. Так, сдуваем летунов всевозможных здесь. Так, бум-бом. Хлопушки везде, непонятно, что происходит. Так, летающих пока нету, да? Нету, тогда будем травить. С энергией очень плохо у нас все. Солнечные. Так, опять он плодит этих летающих. Давай их сдувать. Угу. Опа, вот это тут серьезный зомби, друзья мои, очень сильный. Но я думаю, что он взорвется все-таки на нашей мине. И вот этот тоже, да? Так, опять летающие. Мы их быстренько, хоп, сдули отсюда. Дайте удобрение-то, где удобряшки, ё-моё. Ни одного удобрения нету, блин. Посмотри. Давай вот так вот поставим. А они мне нужны сейчас. Ну где, хоть-хоть. Так, опять летающих, да, плодит. Сдуваем, ребята, их. Нет, это как это
беда бедовая просто-напросто. Вот тут еще и попрыгушки. Ну вот куда ты бежишь, а? Дайте удобрение, говорю, блин. Ничего подобного, ребят, я проигрываю. Причем довольно серьезно. Да, очень серьезно проиграл. Смотри, у меня всего 700 очков, а у противника уже 1 700 000. Тут еще и гаргантюа появились. Зашибись. Блин, мне кажется, этот гриб бесполезный. Вот, что хочешь, делай, ребят, я не буду его брать. Он очень не сильно здесь мешает. Здесь достаточно пафбала, да, будет. Не будем его в следующем бою брать. Так, значит, получается минус 5 корон. Твою же налево, а. Ну, что у него здесь? Шестой уровень, шестой. Ну, трындец, друзья. Против таких бизонов, да, попробую поделись. Ладно, будем тогда делать по-своему. Короче, гриппи я этот убираю со своей команды. Вообще ничего не вижу в нем, никакого толку. Мешается только под руками. Так что будем брать кого-то из дальников. Либо горохострела. Так, либо... А кого? Можно боулинг взять, в принципе, да? Сейчас посмотрим, может быть даже лазербин. Давай посмотрим. Так, груша нам не нужна. Так, ну что, в первую очередь давай вот так вот сделаем. Дейзи, это хорошо. Вот этот гриб я убираю и вместо него будем ставить. А вот кого вместо него ставить, я тоже не пойму. Катапульты, да ну, катапульты это несерьезно. Эти чуваки еще здесь. Может быть, пушку кокосовую, но она так дорого стоит. И очень долго она, как говорится, перезагружается. Орех, может быть, нам взять с тобой, а? В общем, не знаю, что-то я весь... засомневался. Давай возьмем, наверное, боулинг. Ну и все. Нет, не боулинг. Лазербин возьму. Поехали. Не знаю, что это мне даст. Какое преимущество? Никакого преимущества, я чувствую, здесь не будет. Так, давай-ка Дейзи сюда. Сюда. Мины тоже как-то не особо хорошо срабатывают. Потому что здесь очень много летающих. Они пролетают просто через них. Ну что, поехали? По крайней мере, лазербин, он может простреливать через всех зомби и наносить урон зомбобоссу. Вот это самое главное. Так что ждем. Начинает, да, призывать. Начинает, конечно же, всякую шалупень здесь вызывать. Блин, может быть, конечно, надо было взять с собой подсолнух. Может быть, ребят, потому что, ну, без него здесь как-то вообще все очень плохо. Не хватает мне буквально энергии. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Летающие, пошли прочь отсюда. Пока с тобой удобрение будем держать до последнего, да? До последнего вдоха. Опять, опять он за свое. Опять куча летающих зомби. Сдули. Ну, очень медленно, очень, ребята, медленно выпадают нам с тобой. Давай сюда поставим. Вон, бежит там зомби. Так, летающие опять, да, как всегда. Куда же без них-то? Куда же без летающих? Во, еще одна удобряшка нам с тобой выпала. Еще одна удобряшка. Блин, лазербин, ты почему такой дорогой, а? Почему ты такой дорогущий, а? Так, мы что с тобой? Мы сдуваемся, да, потихоньку, я смотрю? Именно по очкам. Так. Вишневая бомба, ребят, что-то как-то здесь не особо хорошо заходит, я смотрю. Так, придется, наверное, нам с тобой вот так сделать.
Не хотел, но придется, судя по всему. Что, здесь даже не подбили? Серьезно, что ли? Дай энергию мне. Сдуваем. Всех этих пиратов сдули. Это классно. Что-то, ребят, вообще не айс. У добряха еще одна. Окей. Давай сюда повал поставим. Смотрите, сколько у нас здесь, ребята, можно, в принципе, активировать. Что, будем делать? Или подождем еще? Подождем, да, чуть-чуть. Совсем маленечко. Надо бустануть, так сказать, так бустануть. По полной программе все здесь активировать. Главное не переборщить. Так, опять летающие зомби. Ладно, активируем. Ну... и сдуваем. Вот так вот. Сейчас вот было хорошо, ребята, сделано. Блин, этот зомбобосс он достал уже, а? Эй-эй-эй-эй-эй, а что они так ускоряются-то? С какого, блин, перепуга? Какая их там муха в одно место укусила, что они с такой скоростью начинают двигаться? Давай сюда Дейзи поставим. Эй-эй-эй-эй-эй. Энергия, давай, летающие вон они. Хопа, всю армаду сразу сдули. Сколько? 11 секунд, ребята. 11 секунд у нас с тобой есть. Я пока, скажем так, на первом месте по очкам. Ё, просто красота. Так, давай активировать. Все? Все, ребята. Лямчики заработал, то есть я переплюнул. Ну-ка, смотрим. Ну, здесь понятно. Здесь, смотри, у него горохострел 6 уровня, да? Остальное, в принципе, 2. Это, грубо говоря, мы сыграли с ним на равных. У него даже повбал уже 2 уровня. Офигеть. Так, а я всего лишь на все заработал себе 8 конфеток. Молодец. Красавчик, Рэй. 8 конфеток. Ё-моё. Будем богаты. Ну что, у нас еще, по-моему, с тобой 2 перчатки есть. И надо их использовать. Или сколько? Или 1? По-моему, 2. 3 даже. Слушай, ну тогда мы можем с тобой эту пиньенту взять, да? И переместиться на 4-ю позицию. Хоу. Ну-ка. А у нас все равно с тобой сейчас ничего не остается, кроме как играть на арену. Потому что Пенни пурсует, нам не пройти. Да, у нас и не хватает энергии. Плюс челленджа никакого нету сегодня. 2 дня осталось, кстати, до обновления ивента, как мы знаем. И Пенни, точнее не Пенни, а, как говорится, этот пуфбала мы с тобой уже не сможем получить. Ну что, я оставляю, наверное, такую же команду, которая у нас и была. В принципе, она вроде неплохо так заходит. Единственное, что не хватает дамага. Вот, не хватает дамага, это точно. Ну ладно, выставляем. Так, давай Дейзи по всем фронтам. Сюда, сюда, сюда и лазербин. Все, поехали. Прилетело хламонище, да? Бонус 10 тысяч. Сразу. Вот смотри, что он творит, а? Сразу уничтожает мне лазербин. Зашибись, моментально просто-напросто. Даже не спросил, как меня зовут, ё-моё. Так, ну мы, по крайней мере, с тобой удобряшку получили. Что там, меня уже оппонент переплевывает, да? Я так и понял. Оппонент меня уже переплевывает, друзья мои. Так, подожди-ка. Там панкуши всякие бегут. Мина, мина. Вот сюда я поставлю мину, знаешь для чего? И вот так вот сделаю. Для того, чтобы применить вот это все нахрапом. Так, летающие зомби. Их сдуваем. Так, надо мин побольше, друзья мои. Побольше мин. И побольше лазербинов надо выставлять. Чтобы они, как говорится, вжаривали. Да по полной программе. Куда вы летите? Тут еще и серфинг подошел, смотри. Бежит вовсю. И радостный, довольный. Вжариваем, ребят. Но. Отлично. Отлично сейчас было. Не надо, блин. Придется еще, ребята, активировать. Все, он не попал? По-моему, не попал. Или попал, но наши растения в этот момент были под удобрениями, и их уничтожить
не получилось. Опять куча летающих. Опа, и все, их больше нету здесь. Так, что у нас там по очкам? Мы, ребят, вот нога в ногу идем с нашим оппонентом. Сам посмотри внимательно, видишь? Даже он меня уже переплюнул. Активируем. Сейчас вжарим. Так. А мины-то что, я не помню, почему мины не сработали? Они должны были расплодиться. Или я просто этого не увидел? Наверное, я просто не увидел этот момент, да? Всех сдуло отсюда. 56, друзья мои, секунд нам осталось с тобой побороться здесь. Я не знаю, получится у нас здесь с тобой выкрутиться из этой ситуации или нет. Дейзи, 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 давай, 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 давай. Ты дышь. Везде взрывы, все тут клокочет. У нас с тобой нету, да? Ни денег, ничего, чтобы я мог использовать хоть что-нибудь. Летающие еще тут. Да. Активировали все-таки одну газонкосилку. Ладно, фиг с ним. По очкам у нас лям с небольшим. Дайте удобрение-то еще, эй. Ни в какую, да, не хотят. Только одного зомби сдул. Оу, сейчас целая армада, ребят, на меня побежит. Там где-то летающие были или нет? Или мне показалось, что они там были? Не было там никого, никаких летунов вообще и в помине. Так, мина созрела. Что там по очкам? Ребят, мы должны с вами выиграть. А 1 200 000. Я сейчас применю еще удобряшку на последних секундах. Да, победа за нами. 1 266 000. Фу. Опять же, друзья мои, победил только лишь благодаря тому, что мой оппонент был, ну, практически моего уровня. И все. Но зато мы с тобой забираем 4 пиньяты. И я хочу вскрыть, посмотреть, что же тут такого интересного мне дадут. 2 перчатки у нас еще есть, так что 2 боя будет впереди. Понятно, яблочная мортира. И... Так, гриб любви. Кувшинка, да? Ладно, пускай будет. Я, правда, ей не пользуюсь. И... Shadow Shroom. Ну, то есть теневой гриб. Ладно, друзья мои. Еще 2 перчаточки. Еще 2 боя. Еще есть возможность, как говорится, набрать себе. Сколько мне там не хватает? До 50... О, друзья мои, еще 12 нужно. Даже если я пройду идеально, я получу всего лишь 10. Поехали. 4000 голды на дороге не валяются, согласись. Кто тут у нас? Раша. Ну ладно, Раша. Давай, подеремся с тобой. Почему так долго солнышко, точнее не солнышко, а наша ромашка-то выпендривается. Все, ребят, не буду ничего менять, команда меня это устраивает. Единственное, что вот насчет, конечно, вишневой бомбы. Ну, как-то не айс. Согласись. Так, давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. И вот так, лазербины мы вот здесь поставим. Так, теперь минами обложимся по полной программе. По полной программе, давай сюда, сюда, сюда. Так, может быть, нам еще вот так вот сделать. На всякий случай, поехали. Все, как говорится, спустил до копеечки. Не, ну Дейзи все-таки хорош, хорош. Я вот ничего не могу сказать против этого растения, ребят. Делает стан, да. Вот единственное, что у меня нет подсолнухов. И энергия очень-очень-очень медленно идет. Ты сам это прекрасно видишь. У нас с тобой есть всего лишь одно удобрение. Если я использую, только потратится у нас на лазербин, да, и на Дейзи. Так, поздновато, да, я, наверное. Точнее, рановато нажал. Куда ты летишь? Ну куда ты вот летишь, аглоед? Сдуть их всех отсюда. Правильно, так их и валить надо всех. Так, попробуем сейчас накопить маленечко с тобой. Оу, меня уже переплевывает мой противник, да? А если я вот так сделаю? Посмотрим, что у нас из этого получится.
Да, нормуль, в принципе, получается. Мы опять пока идем на первое место. Давай сюда мину влепим. Ну что, будем жарить? Будем. Так. Слушай, ну пока хорошо все. Удобрений, правда, у нас с тобой больше нет. Ну так все хорошо. Зачем оно здесь нужно? Мне оно здесь абсолютно не нужно. Пав-бал, ну-ка. Вот так вот. Чтобы им всем было здесь неповадно. Твою ж налево. Так, я смотрю, наблюдаю, ребята, и ничего пока не вижу здесь классного. Вот их надо взорвать. Удобряшка, да, есть? Погнали, будем активировать ее. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, замечательно, никто вроде бы не погиб, да? Это самое главное. Так, давай, Клевер, сдувай этих пиратов отсюда. Ё-моё, ребята, меня оппонент мой вообще переплюнул. Ты посмотри, как жестко. У него уже 1 200 000. Как он так умудрился, а? Скажи-ка мне на милость. Каким образом у него это получилось? Я не знаю. К примеру. У него уже 1 600 000. Вы серьезно? 1 700 000. Как? Что он там такое интересно сделал? Я не знаю, если честно, что нужно там такое активировать, чтобы вот так вот бустануть. Ну, как видишь, что-то он сделал. Так, и это 36 секунд у нас с тобой, да, на все про все. Дали бы хотя бы еще одну удобряшку, было бы, наверное, нормуль. Они мне ее не дают. Летающие тут всякие. Вот, удобрение есть. Но оно меня сейчас, ребят, наверное, здесь уже не спасет. Потому что 18 секунд. Воу-воу-воу-воу. Так, давай, наверное, вот сюда поставим пафбала. Сюда еще мину. У меня что-то все тут залагало, ребята. Трындец, 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 бежит, бежит. Буш. Оу, так и, а я, ребята, его опередил по очкам. Не знаю, как у меня это умудрилось. Ну вот, и смотри, ребята. 3-го уровня, 5-го, 8-го, 4-го. Это, конечно, жестко против таких бизонов драться. Ну что же, 4000 голды я заработал. Ребята, у нас еще одна перчатка есть с тобой, поэтому, я думаю, не будем упускать шанса. Так, сегодня у меня, друзья, крайняя смена, я работать иду. И будет длинный выходной. Я попробую этот выходной потратить на то, чттобы выбить как можно больше. Так, 2 дня, да? То есть один день сразу выбивается. Потому что 12 часов я буду работать, потом приду, лягу спать. Да, у меня останется всего лишь один день. Но я 50 вот этих-то заберу, по любаську, никуда он от меня не убежит. И я уже, кстати, на 3-м месте. Хо-хоу. Ну что, друзья мои, 4 пиньяточки, которые сейчас будут разыгрываться, попробуем их с тобой урвать. Так, погнали. Кто тут? Юлин или Елин? Против меня. Ох, этот противный зомби. Вот он меня почему-то раздражает. Слушай, я не знаю, вот вишневая, может быть, от нее избавиться? Я не успеваю, ребят, все равно ей даже воспользоваться, понимаешь? Не успеваю. От этой вишневой бомбы. А может быть, подсолнух? А подсолнок будет занимать только место, верно? Верно. Ну, вот как быть? А других я пока здесь не вижу кандидатов. Кого-то можно было бы взять. Вот серьезно тебе говорю. Может быть, вот так только? Слушай, ну он дорого стоит. Ха, дорого, очень дорого. Кабачок, давай вот так вот сделаем с тобой. Будь что будет. И сейчас Рэй проиграет. Из-за того, что взял не то, что нужно. Вот увидишь. Так, выставляем сюда. Сюда, сюда. И пошли у нас, как говорится, с тобой мины. Кто там рычит, а? Рычит он мне там. Рычал су.
пил такую газировку? Рычалсу, нет? Попробуй. Так, ну что, погнали. Так, Дейзи, Лазербин. И опять нехватка энергии. Начинаем вжаривать потихоньку, не спеша, пробивными. Опять, он начинает вот с летающих зомби, это меня раздражает, потому что мне приходится их сразу сдувать. Колоссально. Так, отдай сюда удобряшку. Вот так, вот мы... А, ну пускай, эту не жалко мину, ребята, эту пускай взрывает. А вот этого уже жалко, ребят, потому что... Все равно подбьет, нет? Не подбил. Не подбил, не получилось у него. Блин, меня, по-моему, там, ребят, уже... Оппонент, да? А, нет, мы его опять перепрыгнули. Давай, мины. Главное, чтобы больше ячеек у нас с тобой было. Для наших, как говорится, хотел сказать, испытаний. Ну, ты понял, да, для чего? Для того, чтобы мы могли с тобой здесь спокойненько орудовать. Совершать свои всякие действия. Там летающих нету, пока не вижу. Можно удобряшку, наверное, применить. Так, окей. Летающие, идите отсюда прочь. Все взрывается, бумкает. Пав-бал, выручай. Во, удобрение, спасибо большое. Так, давай срочно его применяем. Блин, одна ячейка, ребята, просто... просто простояла. Считай, в холостую, ребят. Ох, этих еще тут не хватало, аглоедов. Но мы их взорвать успели. Что у нас там, ребят? О, чего? У него два ляма уже. Куда? Куда, ребят? Мне с ним... Да мне тут уже тягаться, как говорится, бесполезно. Два ляма. Это что там за бизона мне дали? 10 уровня монстр... Ой, эти растения. Или что? Или как? Сейчас посмотрим. Я даже ляма еще не могу набить, ты прикинь? Замечательно. Трындец. Просто финиш. Да, ребята. Не, ну это серьезно, это какой-то бред. Я не удивлюсь, если он сейчас 3 ляма наберет. Потом 4. Так, давай здесь сюда активируем. Так, вроде бы как все красиво, все хорошо, все классно. Я только, вон, лям 200 смог набрать. И тот тут усираюсь, как не знаю что. А он безмятежно просто. Там еще и динозавры вышли, зашибись. Вы молодцы, вы красавцы. И гаргантюа, который сжигает все на своем пути. Ну, я не знаю, ребят. Видимо, мне просто не повезло. И я не получу 5 корон. Давай посмотрим, кто против меня был. Вы серьезно? Да, такого быть не может. У него 2 мяты. Не, ребят, я больше уверен, что это все фигня. Он не мог вот этими вот хануриками меня выиграть. Ну, просто не мог. Так, ну что, трачу я 20 геймов, но не для того, чтобы, ребята, переиграть этот этап, а чтобы не сбросить нам наш прогресс. А прогресс у нас неплохой. Завтра я приду, попробуем с собой за рекламу набить 4 перчатки. И может быть, в топчик, конечно, я вряд ли попаду, да, 78 корон набрать это для меня сложно будет. Но хотя бы попытаться. Давай заберем с тобой здесь награды. Так, 5 гемов, да? Окей. И конфеты. Кстати, 50 конфет у нас уже с тобой есть. Остается еще где-то 50 нащелкать. И мы с тобой будем приобретать какую-то новую мяту. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом мы пока закончим с вами, да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!